В редакцию нашей программы каждый день обращаются люди за помощью. И самый частый вопрос, на который приходится отвечать, как получить направление на операцию в то или иное лечебное учреждение. И сегодня на этот и другие вопросы нам ответит наш гость, эксперт, кандидат юридических наук, медицинский адвокат Вадим Черкашенин. Здравствуйте. Здравствуйте. Каждый ли гражданин Российской Федерации имеет право на бесплатную операцию? Да, это право закреплено в Конституции Российской Федерации. В основном законе каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Кто выдает направление на бесплатную операцию? Это непростой алгоритм, который состоит из трех этапов. Вот как раз мы все подготовили для того, чтобы наглядно нашим зрителям объяснить, что надо делать, куда и в какой последовательности идти. Итак. Прежде всего я хотел сказать, что список диагнозов, по которой предусмотрена бесплатная медицинская помощь, определяется Минздравом. На данный момент, в 2017 году, их порядка 140. Поэтому первым этапом является приход пациента к лечащему врачу в поликлинике по месту жительства. То есть вот наш пациент приходит в поликлинику? Да, он приходит в поликлинику по месту жительства и пишет лечащему врачу заявление с просьбой о предоставлении медицинской помощи. Обращаю внимание, он пишет заявление именно на ту помощь, которую он не может получить в поликлинике, и это должна быть высокотехнологическая медицинская помощь. Он пишет заявление, после чего врач отправляет его на обследование, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, который утверждает пациент в своем заявлении. То есть после этого пациент проходит определенный этап обследования. А может ли больной выбрать то медицинское учреждение, где ему будет проведена та или иная операция? Вы знаете, он может написать в заявлении свои предпочтения, но выбор остается за специалистами второго уровня, о котором мы немного попозже поговорим. Значит, после прохождения диагностики, после прохождения всех обследований, лечащий врач выдает пациенту справку о наличии или отсутствии какого-либо конкретного заболевания, после чего данная справка предоставляется пациентам в комиссию, в поликлинику по месту жительства. А что решает эта комиссия? Комиссия принимает решение об обоснованности диагноза и о передаче документов в Департамент здравоохранения областного уровня. Это второй этап. Значит, по срокам эта комиссия должна уложиться в 3 дня. А если какая-то срочная ситуация и операция должна быть вот со дня на день проведена? Вы знаете, законодательством установлены максимальные сроки. И в связи с этим, естественно, понимая необходимость, на каждом этапе эти сроки могут быть уменьшены до определенных сроков, чтобы действительно пациент успел получить эту необходимую для него экстренную помощь. Если происходит сбой на этом первом этапе, на этапе заявления и поликлиники, к кому идти? Если вам отказали, либо лечащий врач отказал, либо комиссия отказала, вы имеете право непосредственно обратиться к руководителю Департамента здравоохранения областного уровня с заявлением, с жалобой о том, о бездействии должностных лиц поликлиники. То есть, подождите, мне надо из поликлиники, значит, пробежать до Департамента здравоохранения, правильно? И там уже писать еще одно заявление. Если у вас есть жалоба. Если жалобы нет, и комиссия приняла документы в срок 3 дня, которые вы предоставили, оно само должно переправить все ваши документы, никуда бежать не надо. Оно само переправляет ваши документы в Департамент здравоохранения областного уровня. Если документы попадают из поликлиники в Департамент здравоохранения областного уровня, на данном этапе формируется пакет документов уже для предоставления необходимой медицинской помощи в конкретном медицинском учреждении. Здесь... А, то есть с поликлиникой я уже не связываюсь? Нет, не связывайтесь. Значит, здесь предоставляется полис, паспорт и другие документы, которые необходимы. То есть на данном этапе формируется пакет документов для передачи этих документов уже в конкретные медицинские учреждения для оказания вам бесплатной необходимой медицинской помощи. Здесь срок принятия решения также максимальный, установлен 10 дней. А на этом этапе может пациент выбрать то медицинское учреждение, куда он хотел бы попасть? Возможно, какое-то дополнительное заявление в департамент написать? Он может написать в департамент заявление с указанием конкретного медицинского учреждения, но выбор данного медицинского учреждения отдает на усмотрение комиссии,
в департаменте здравоохранения областного уровня. А если с каким-либо медицинским учреждением непосредственно у больного, у пациента есть договоренность, например, с больницей федерального уровня, может он попроситься туда, если его там готовы принять? Да, конечно, он может попроситься, он может взять из конкретного лечебного учреждения поручительство о том, что... Из того места, куда он планирует попасть? Да, куда он планирует попасть, что есть техническая возможность, есть квота на предоставление бесплатной медицинской помощи, и данные документы предоставит департамент здравоохранения областного уровня для принятия решений. А квота и направление на операцию? Это разные вещи. Квота – это возможность получения в конкретном медицинском учреждении бесплатной медицинской помощи. Направление – это документ, по которому пациент фактически направляется в конкретное медицинское учреждение для получения бесплатной медицинской помощи. Подождите, а квоты, они где-то выставляются? Не знаю, да, у них где-то, что я могу почитать нас, об этом? Да, квоты выставляет у нас Минздрав Российской Федерации. Только то есть где-то он. Есть список? Да, есть список. На сайте Минздрава? Да, на сайте Минздрава. Сколько квот и какие конкретно медицинские учреждения предоставляются на этот год. В чем разница между больницами городского уровня и федерального, если речь идет о каких-то операциях? Разница только в оснащенности и в возможности оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Поэтому, если требуется действительно высокотехнологичная и высококвалифицированная помощь, обычно отправляется в федеральные государственные. Как более крупные учреждения. Как более крупные и которые обладают соответствующими специалистами для оказания такой помощи. Вадим, спасибо вам большое за такую квалифицированную юридическую помощь для всех наших телезрителей. Пожалуйста, было очень рад. С вами была программа «Доктор И». Смотрите нас по будням на канале ТВ-центра. Не болейте. Информацию о нашей программе ищите в социальных сетях и на нашем сайте. Увидимся!